Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Я представляю компанию «Чайный дворик». Сегодня мы на выставке в Краснодаре хотим вас познакомить с нашей продукцией. Наша продукция собирается в Домбае, в экологически чистых лугах и ущельях Северного Кавказа. Все травы, ягоды, натуральные продукты, которые собраны в горах. Вся наша продукция – экологически чистый продукт. В составе входят только травы и ягоды, которые собираются в Карачаево-Черкесии, Домбае. Упаковывается в такую упаковку, в которой видно состав. Вы можете посмотреть лепесточки, ягоды видно. Все собирается вручную. Представлены в меньшей упаковке и совсем маленькая упаковка 20 грамм. У нас представлена новинка на этой выставке. Это вот такие вот позиции, как женское здоровье. В составе входят травы, которые очень благоприятно влияют на женский организм. Для синхронного перевода также мужская сила для мужчин. Травы, которые идеально подходят мужчинам. Просьба вернуть приемник для синхронного перевода. На место продаж, это, конечно же, чай Домбай. Огромное разнообразие чаев представлено, чайных напитков. Вот есть вот такие вот саблепихи, имеют кисловатый вкус и очень приятный, который можно заварить вечером дома с семьей. Вот варенье очень вкусное и насладиться ароматом и запахом. Мы сотрудничаем с многими регионами нашей России, как ближним зарубежьем, так и дальним. А наша продукция представлена во многих регионах. Также в Америке мы занимаемся экспортом нашей продукции. Приехали к вам на выставку в Краснодар, чтобы найти дистрибьюторов или сети магазинов, которые нами заинтересуются. Мы рады сотрудничеству со всеми, всегда открыты для переговоров и будем ждать обратной связи.